Я уверена, проблем не будет. Конечно. Да, да. Думаю, мы получим финансирование. В течение часа я все решу. Братец пожаловали. Надо же, какая честь. Вы же из-за отца опять драться начнете. Не хочу пропустить этот цирк. Прекрати. Все равно я повезу отца домой. У меня тоже к нему разговор. И тоже важный. Пока он тут на обследовании валяется, куча вопросов по ферме накопилось. Как же ты меня бесишь. И мне это нравится. Отца повезу я. Смешно. Что смешно? Папа будет решать, с кем он поедет. Папа, а не вы. Скажите, что происходит? Где наш отец? Его выписывают. Час назад у него случился сердечный приступ. Мы сделали все, что могли. Соболезную. Анечка, Борис, Витенька. Соболезную. Ваш папа был очень хорошим человеком. Царствие ему небесное. Соболезную. Спасибо. Соболезную. Спасибо. Спасибо. Примите мои соболезнования. Угу. Борис. Спасибо. Держитесь. Что за совещание ты устроил сегодня утром? Текучка. Соболезную. Угу. Спасибо, что... Хочешь остановить финансирование моих проектов? Угу. Эти проекты, как и весь исследовательский центр, принадлежат компании, а не тебе. Соболезную. Угу. Спасибо. Беспокоишься о компании? Спасибо. Ваше исследование отнимает слишком много денег. Держись. И ресурсов. Спасибо. Держитесь. Не смей этого делать, слышишь? Соболезную. Спасибо. Спасибо. Аня, ты выглядишь смешно, когда пытаешься мне угрожать. Папа ушел, но вы без него неплохо справляетесь. Теперь у тебя появится собственное мнение. Конечно. Я всегда с теми, кто побеждает. Мои соболезнования. Спасибо. Оглашение завещания завтра в 10. Хорошо. Может, намекнете? Вы же в курсе. Извините. Чертов ретроград. Всего лишь держит слово данное отцу. И имидж бережет. Дана, что ты тут делаешь? Ты же знаешь, тебе сюда нельзя, дедушка запретил. Мам, они сказали, что это платье уродливое. Кто сказал? Маша и Даша? А еще они сказали, что их папа главнее, чем ты. Мама, ну что, правда, уродливое? Ну, ты же сама его выбирала. Тебе-то оно нравится? Да. Ну вот, значит, это самое лучшее платье в мире. А твои двоюродные сестры? Дуры. Ну, почему сразу дуры? Просто ничего не смыслит в красоте. Ну, значит, дура. Мам, а почему у дедушки только эта фотография? Ни меня, ни тебя, ни Маши с Дашей нет. Не знаю. Дедушка ее поставил после того, как Максим погиб. А я еще тогда не родилась? Ты родилась через год. Все, Данечка, поехали домой, а то нам завтра с папой рано вставать, да? Пошли. Просили прислать резюме, назначили собеседование вот через час. А, отменилось? А когда? Ага, ясно. Спасибо. Эй, ты что делаешь? Отвали от него!
Парень, у тебя все хорошо? Пить? Я смотрю, вечеринка удалась. Тебя сейчас чуть не обокрали. А ты? Я приплывала мимо, искала, кому бы помочь. Наташа. Друзья Энкой зовут. Пожалуйста. На здоровье. А тебя как зовут? Ты можешь показать, где находится полиция? Арсений Степанович будет буквально через пару минут. Может быть, чай, кофе? Нет, спасибо. Угу. Простите, а вы тоже родственник? Понятно. Помнишь его? Тимощук, полковник из УБР. Вел несколько лет расследование против отца. Помню. Они с отцом ненавидели друг друга. Да. Вот сейчас мы знаем, влюбил ли кого-нибудь наш папа из собственных детей. Или одинаково ненавидел всех, как этого Тимощука. Может, выставить его отсюда? Не время для скандала, Боря. Доброе утро. Здравствуйте. Мы начинаем. Оглашение завещания Тарманова Георгия Георгиевича, написанного им в полном здравии, ясном уме и твердой памяти. Ну, пойдем? Вот полиция. Удачи тебе, безымянный. Надеюсь, ты никого не убил. Спасибо тебе, Энка. Пока. А также земельный участок в Левенцовском районе, 42 сотки, а также нежилое помещение в том же районе площадью 300 квадратных метров. Также... Да хватит уже. Плевать на эти дачи с сараями. Кому он оставил акции? Настоящим подтверждаю, что все ценные бумаги, в числе которых блокирующий пакет акций корпорации «Максфарм» в количестве 74 тысяч штук, а также акции дочерних предприятий, в числе которых... Кому? Моему внуку Максиму Андреевичу Тарманову, сыну моей дочери Анны Тармановой. Что? Он издевается даже после смерти. Что, шутка, что за бред? Оригинал в архиве. Когда оно было составлено? 22 года назад. Ежегодно корректировалось. Ее сын умер 10 лет назад, утонул в море. Да, мне это известно. Ну что, получается, ты теперь наследница собственного сына? Я хочу заявить о похищении. Кого похитили? Меня. Давно? 12 лет назад. Слышь, парень, тебе заняться нечем. Меня похитили 12 лет назад. И все это время держали в плену.
примете мое заявление? Или мне пойти в другое отделение? Как ты сказал, тебя зовут? Максим Тарманов. Максим Андреевич Тарманов. Анна Георгиевна сейчас очень подавлена. Заново переживает весь этот кошмар, понимаете. А вы уже были женаты, когда Максим пропал? Да, и не первый год. Все это время я относился к нему как к родному. Своего отца он почти не помнил. Прошу прощения, были неотложные дела. Да ничего страшного. Ты как? Все нормально. Мне не привыкать к фокусам отца. Анна Георгиевна, она может быть преемницей наследства? До вступления в наследство пройдет как минимум полгода. Угу. Так что если ваши братья... Они, несомненно, спорят завещание и будут тянуть до последнего. Да. Но мы начнем переговоры с их юристами уже завтра. Хорошо. Простите, я должен ответить. Да. Какие цели у старшего вашего брата в Буре? Занять место главы компании и вышвырнуть меня из нее. А вы хотите сделать то же самое по отношению к нему? Я хочу, чтобы он не вмешивался в работу исследовательского центра. Моего исследовательского центра. Обозначьте это на переговорах. Хорошо. Извините, Анна Георгиевна. Да. Что случилось? В линейный отдел полиции, угу, железнодорожной станции Жуково, пришел парень. Сказал, что его зовут Максим Тарманов. И что его похитили 12 лет назад. Как его зовут? Максим Тарманов. Дали снотворное, привезли сюда и оставили на лавочке. Кто похитил и где держали, не помнишь. Максим. Мама? Очень надеюсь, что ты к нам приедешь. Конечно. И не в гости, а насовсем. Посмотрим, что мне там в вашем Ростове делать. По Дону гулять, как молодой казак. Ну, пап, ну серьезно, там будем мы, твоя семья. Посмотрим. А здесь ты что будешь делать один? Пап, я знаю, твой принцип доводить дело до конца, но главный преступник твоей жизни, он мертв. Его больше нет. А преступления остались, понятно? Ужинать не забывай. Береги ее, пока я не приеду. Обещаю. Ну все. Пап, когда ты приедешь? Скоро. Давайте, давайте, а то на самолет опоздаете. Тимощук, слушаю. Ну как, узнаешь? Для твоего ареса незадолго до того, как ты
Нет, ничего не помню. А потом Арес пропал. Сразу после тебя. А моя комната? Там сейчас Дана. Она уже спит. Завтра вы познакомитесь. Дана? Дана. Это наша с Филиппом дочь, твоя сестра. Она родилась уже после твоего похищения. Я надеюсь, ты нам расскажешь все, что произошло, подробности. Я устал. Можно завтра? Конечно. Конечно, все завтра. А? Все завтра. Прости, конечно, я должен спросить. Это он. Это Максим, это твой сын. Да. Максим? Пойдем в дом. Пойдем. Спать. Отдыхай. Завтра все расскажешь. Лет его держали в плену, потом накачали снотворным и отпустили. Почему? Это как-то связано со смертью отца. Как? Не знаю. Я думаю, возможно, его никто не похищал. Возможно, он сам сбежал из дома 12 лет назад. Зачем? Придет время, он расскажет. Недостаток внимания, ревность к тебе. Ко мне? Ну, мы прекрасно ладили, хотя ему было 10 лет. Бродяжничал. Попал в приют, назвал чужое имя. Мы ведь его не искали. После того, как нашли катамаран, одежду, телефон. И все эти годы... Да, он боялся вернуться, он не знал, что сказать. А теперь он через новости узнал о смерти деда и решил, что это повод. Да плевать, где он был. Он жив, это главное. А в чем дело? Послушай, тебе не кажется, что ты узнала его только потому, что хотела узнать? Нет. А нет, ну, чисто гипотетически. Вдруг это аферист, который связан с нотариусом или с кем-то из твоих братьев? Нет. Это Максим. Это мой сын. Да, ну, прости, я... Прости, просто я хотел сказать, что ты должна быть готова. Прошло 12 лет, это уже не тот человек. Который... Прекрати! Прости. Прекрати так говорить! Мам, вы чего тут расшумелись? Я спать Даночка. Хочу. Даночка, ты знаешь, нашелся мой сын Максим, твой брат. Мы думали, что он погиб, а он жив. Представляешь? Это значит... Мы будем жить все вместе. Мы будем самой счастливой семьей на свете. Thank you.
Здравствуйте. Это Россия. Компания Max Farm. Финансовый отдел. Я могу поговорить с кем-то из руководства? Я звоню в благотворительный фонд «Синергия». Закрылся два дня назад, и все уехали? А с кем я разговариваю? Владелец помещения? Аренда. Спасибо, сэр. Доброго дня. Отвезешь ее в бассейн? Да, конечно. А ты, мам? А нам с Максимом нужно ехать в полицию. Дело почему-то отдали Тимощуку. Ну, помнишь, который отцу прохода не давал? Мне кажется, он никогда от нас не отцепится. Ну, уже, кажется, и зубы. Ну, вот так. А этот Тимощук, он будет искать того, кто Максима украл и в плену держал? Даночка, пока не говори об этом. Пусть Максим сам все расскажет, хорошо? Вообще, у него неплохие кроссовки. Что? Зачем пленнику покупать дорогую обувь? Просто. Филипп. Все, молчу, молчу. Ты почему не ешь? Давай быстрее, то опоздаем в бассейн. Что-то я не хочу в бассейн. Так, началось. Лет через 10, когда ты вырастешь, станешь красивой, стройной девушкой, знаешь, что ты скажешь? Что? Спасибо, мама и папа, за то, что беспокоились о моем здоровье. Да. Так что давай, ешь и собирайся. А куда мне переезжать? В смысле? Ну, это же его комната, Максима. Значит, мне надо переехать и куклам. Максим, доброе утро. Как спалось? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Познакомься, это твоя сестра Дана. Привет. Привет. Доброе утро. Тебя правда украли? Дана, садись, позавтракаем, и нужно к следователю. А можно мне воды? Конечно. А может, апельсиновый сок? Ты любил его раньше пить по утрам? Просто воды. Угу. Хорошо. Переезжать никуда не нужно. Это твоя комната, ты там жила дольше. А ты где жил? На ферме. На какой ферме? На пчелиной. Там не было пчел. Просто на территории видел много старых ульев. Расскажи о людях, которые держали тебя в плену. Двое находились на ферме постоянно. Жили там. Имен я их не знаю. Но одного называли Борода, второго Лысый. Они так и выглядели. Что еще ты помнишь? Дом. С решетками на окнах. Большой двор, деревья. Мне разрешали гулять во дворе. Под присмотром. В каких условиях ты жил? Опиши свою комнату. Кровать, стол, шкаф с книгами. Телевизор в соседней комнате. Иногда позволяли смотреть. Был на ферме кто-то еще, кроме охранников? Да. Все называли его доктором. Он приезжал иногда. Всегда по ночам. Ночной доктор. Подпишите вот здесь и здесь. А вот интересно, почему пчелиная ферма, а не пасека? Так это место называл ночной доктор. Хочешь поесть или отдохнуть? Поехали домой. Хочу прогуляться. Привыкнуть к людям. Да и вообще. Хорошо.
где эта пчелиная ферма? Да? Разрешите? Давай. Звонили из Генки. Простите, из Генеральной прокуратуры. Помните Казанцева? Партнер Тарманова по 90-м. В прошлом году взяли. Да, за потолок документов. Там еще наличка в особо крупных. В общем, он узнал о смерти Георга и готов пойти на сделку. Он даст показания на Бергмана. Главного финансиста Макс Фарм. И вот, интересно. И вот о чем он готов поведать. Первые два пункта мы проверили. Можно работать по отмыванию и валюте. Но это не связано с Макс Фармом. Но если мы его за это возьмем, Бергман захочет сотрудничать. 100%. Так, готовь постановление о задержании. И главное, позвони в Генку. Убедись, что там все надежно. Так точно. Разрешите выполнять? Давай. Скажи, ты что-нибудь помнишь из этого? Почти ничего. А ты меня сразу узнала? Конечно. А я нет. Не сразу. Утром, когда ты предложила апельсинового сока, только тогда и узнал. А ты помнишь, там раньше боулинг был, мы туда ходили, ты, я и Филипп. Поздравляю с чудесным возвращением. Ой, Максим, это твой дядя Боря. Что ты здесь делаешь? Да вот решил выяснить, что за игру ты затеяла. Это ведь не твой сын. Ты кто, парень? Тебя как зовут? Перестань валять дурака. И мы делали анализ ДНК. Какой анализ? Ты ненормальный? Это же Максим. Ага. А сам он этого сказать не может. Эй, говорить разучился за 12 лет. Боря, ты омерзителен. Убирайся. Я готов пройти тест ДНК. Или любое другое обследование. По выходным, особенно зимой, я слышал колокол. Церковный, наверное. С восточной стороны доносился. Вечером с северной части фермы можно было увидеть вдалеке огни какого-то поселения. Но в ту часть фермы меня редко пускали гулять. Несколько раз на ферму с южной стороны забредали козы. Много, сотни полторы. Меня сразу же в доме запирали. Пастуха не видел ни разу. Летом было много комаров. Как будто рядом болото или речка. Ну и почва такая, с песком. Иногда пролетал вертолет. Вертолет военный? Нет, не военный. И не пожарный. Вертолет как вертолет. Максим Тарманов прошел тест ДНК. Анализ подтвердил его родство с влиятельным семейством Тармановых и право вот сюда, на меня посмотрите. Напомню, Максим Тарманов считался утонувшим на меня, пожалуйста. 12 лет назад и загадочным образом воскрес сразу. Спасибо. После смерти. До свидания. Георга, здравствуйте. Анна Георгиевна, мы закончили. Фотографии будем готовы. Хорошо, завтра. Спасибо. Еще чуть-чуть. Все свое состояние пропавшему внуку. Продажные лаборанты. Все сливают журналистам. Как тебе все это идет? Какой ты взрослый. Максим, держи. Я вбила туда свой телефон, Филиппа и Даны. Ну, когда у тебя появятся друзья, ты будешь сам их добавлять. Если появятся. Ну, появятся, обязательно появятся. Да, еще адвокаты обещали ускорить процесс с документами. Анна Георгиевна, я закончил. Угу. Как и обещал, костюм будет готов послезавтра. Прекрасно, спасибо. До свидания. До свидания. Боже мой, что это? Тебе что, делали больно? Это было необходимо, когда я болел. Однажды был случай на ферме. Извини. Да,
Я перезвоню. Что за случай? Неважно. Хочешь поехать со мной на работу? А где ты работаешь? Я работаю в исследовательском центре, я тебе покажу. Поехали. Поехали. Моя сестра ворует деньги у тебя, у меня, у нас всех. Выводит их через свой центр. Я думал, что ты ее ненавидишь, потому что так нравилась вашему отцу. Не надо о моем отце. Знаю, ты для него сделал больше, чем я. Но отца нет. И сейчас главному счетоводу семьи пора определиться с кем. У меня контракт с Макс Фарм, а не с вашей семьей. Когда я стану главой, а ты знаешь, что почти весь совет директоров поддержит меня. Так вот, когда я стану главой Макс Фарм... Извини, надо ответить. На тебя выписали постановление о задержании только что. Мне больше не звони. Никогда. Просто найди мне на нее что-нибудь. И твой контракт обрастет новыми подробностями. Да, конечно. Займусь немедленно. К вечеру что-то будет. Так, ты пошла на собеседование к нашим конкурентам. При всем уважении, мы им не конкуренты, разный уровень. Ну, чего ты добилась? Они тебе отказали, а я собираюсь тебя уволить. Что? Уволить! Вы хотите меня уволить, потому что сами не сдержали ни одного обещания? Зарплата, карьерный рост, контракт с таблоидом Life Eat. Где? Ну что, достал? Младший Тарман? Да. Уверен, что это эксклюзив? Конечно. Сколько? Как договаривались. Тише. Я его знаю. Серьезно? Да. Я на прошлой неделе, как раз день собеседования, мы общались. И о чем? Да так, много о чем. А вы за эту фотографию так много денег отдали? Просто за фотографию? За интервью с ним я дам тебе в 3 раза больше. И не уволю. Хорошо. А кто это? Кто это? Ну вот, здесь я и работаю. Ну вот, здесь проводится большинство исследований для Макс Фарм и других компаний. Здравствуйте. А это наш зал презентаций. Результат нашей работы. Все это появилось за последние 10 лет. Ну ты представляешь, всего 10 лет... А как изменилась жизнь? Сколько болезней мы побороли? Сколько людей поставили на ноги? Тебе тут нравится. Ну, конечно. Тебе тут нравится больше, чем дома. Анна Георгиевна, можно вас на минутку? Извини, я на минутку. Да? Мы не получили платежи по протезам и по новой линии. Ну, в офис звонили? Звонил, они ссылаются на Бориса Георгиевича. Ясно. Ну, хорошо, я разберусь. Тут говорят, что центр собираются закрыть вообще. Ну и что за бред? Ну, сотрудники просто волнуются, у многих узкая специализация, и чтобы найти новую работу, им понадобится время. Пигментный ретинит. Я слепну, медленно, но стабильно. Посмотрите, что ребята сделали для меня.
отказался от очереди на бесплатную операцию. Господдержка, это, конечно, хорошо, но тут мне сделают новые глаза. Бионические. Никто никого не собирается закрывать. Работаем в прежнем режиме, я совсем разберусь. Работайте спокойно. Хорошо. Звучит внушительно. Да. Говорят, после смерти Георга Тарманова все может измениться. Боюсь даже думать об этом. Ваша операция будет проведена точно в срок. У Максфарм нет никаких проблем и не предвидится. А это просто слухи. Рад видеть вас, Анна Георгиевна. Спасибо. Летом было много комаров. Как будто рядом болото или речка. Ну и почва такая. С песком. В октябре-ноябре вертолеты часто летали. МЧС, кажется. Ну что? Ну что, все сгорело. Восстановлению не подлежит. Давайте быстрее, тут правовой беспредел. Да, у них есть какие-то бумажки, постановления. Но я в этом ничего не понимаю. Они не объясняют. Значит так, вы обязаны объяснить, что тут происходит. Все, объявляйте Бергмана в федеральный розыск. Он здесь больше не появится. Хорошо. В офис компании «Максфарм» прибыла следственная оперативная группа УБЭП. Как нам стало известно, обыски проходят в кабинете финансового директора господина Бергмана. Будем информировать вас о дальнейшем развитии событий. А ты что тут делаешь? Привет. Мне нужно поговорить с Анной Тармановой. Точнее, с ее сыном. Которого в плену держали. Да. Так он же чокнутый вроде. Сидит дома, никуда не выходит. Мы были рядом с ее домом, пока про обыски не узнали. А где ее дом? Поцелуешь? Дам адрес. Да иди ты. В щеку хотя бы. Да не будь ты в моих глазах ханжой. Снимаем. Вы знаете, где находится? А вы кого-нибудь задержали? С чем обыски? Это обыски. Следствие. Простите, вы можете как-нибудь прокомментировать произошедшее? Все вопросы вы пресс-службы. Задержали? Я ханжа. Давай. Ты дашь мне адрес или будешь в моих глазах придурком? Так, информации никакой не поступает. Записывай. Да-да, насколько я вижу, падение есть, но незначительное. Нет-нет-нет, продавать сейчас не стоит. Наоборот, если нащупать дно, можно неплохо заработать. Да, все. Я дедушку не любила. Иногда из-за него мама плакала, а иногда с папой ругалась. Знаешь что, мне кажется, его никто не любил. Да и он тоже никого не любил. Да, ваш дедушка был иногда строг. Но справедлив. Знаешь, его справедливость была своеобразной. Он считал все вокруг себя своей собственностью, включая людей. И включая семью? Ну, нас в первую очередь. Нас? Но ведь ты не Тарманов. Так. Мам! А вот и мама. Завтра проведем в твою честь небольшой семейный обед. Познакомишься с родственниками. Устроим праздник? Ура! Будет праздник! Из магазина вещи привезли. Здесь джинсы, футболки, обувь. О! Смотри. Померяешь? Да. Да? Хорошо. Thank you.
Ну, дядю Борю ты знаешь, а это его жена Тоня. А это их дочки, твои двоюродные сестры, Даша и Маша. А это... Ну, меня-то ты помнишь? Дядя Витя, помнишь? Ну, помнишь, я маленькому тебе подарил такой огромный конструктор разноцветный, ты еще радовался. Между прочим, у тебя он был у первого, это была большая редкость. А сам-то ты откуда это помнишь? А я помню все свои подарки, которые делал и которые делают мне. Извини, что сразу не признал тебя, Максим. Ты, так сказать, возмужал. Макс, дружище, если вдруг тебе понадобится какая-то помощь или просто захочешь посоветоваться, вот моя визитчика, ты можешь звонить мне в любое время дня и ночи. Бери, бери. Ну так, какие планы, Максим? Чем собираешься заняться? Приносить жертвы. Прости. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Шутник. Да ты философ. Тебя надо познакомить с одним моим другом. Кому? Что кому? Кому надо? А Филипп-то тот где? У Филиппа сегодня важная деловая встреча, он подъедет позже. Племянничек-то у нас, похоже, сумасшедший. В хорошем или плохом? В смысле? Буквально. Добрый день. Лейтенант Васильев вас беспокоит. Я тут к вам подъехал по поручению полковника Тимощука. Появились новые данные. Разрешите войти? Спасибо. Да. Да, хорошо. Да, я как раз подъехала к дому. Будет. Будет вам интервью в самое ближайшее время. Здравствуйте, лейтенант Васильев. Здравствуйте. Что случилось? Почему ваш Тимощук не мог просто позвонить? Простите, а где Максим Тарманов? Это я. Можно вас? Да. Лейтенант Васильев, кажется, мы нашли ферму с пасекой, ту, что вы описали. Это ты там жил, да? Дана. Вы их схватили? Она была пуста, но следователь просил посмотреть ее и опознать. Возможно, еще что-то вспомните. Поехали. Подождите. Мы за вами на своей машине. Максим, хорошо. Садись. Дана, передай всем, что мы скоро вернемся. Хорошо? Я хочу с вами. Дана, пожалуйста, иди в дом. Это все, что было? Нет, судя по следам, здесь было и другое оборудование. Но его вывезли. А на том, что осталось, сбиты номера. Пакет дайте. Одну секунду. Пожалуйста. Угу. Ну что?
Да, это она. Здесь. Добрый день. Здравствуйте. Узнаешь? Да. Ну и что это за место? Кому оно принадлежит? Фирма числится на балансе ООО «Синергия», генеральным директором которой являетесь вы. Что? Я вынужден вас задержать. За что? Вы подозреваетесь в организации похищения человека, своего сына. Где мой адвокат? Получите и распишитесь. Ваш сын забрал заявление. Он сказал, что его никто не похищал, он сбежал сам. Все эти годы бродяжничал. Отец говорил, что вы одержимы нашей семьей. Передайте вашему сыну на память. Кто-нибудь знает о моем задержании? Нет, только адвокаты. Пройдемся. Твой дедушка создал Максфарм, когда ты родился. Не назвал его в твою честь. Начинаешь издалека. Максфарм – это не одно предприятие. Для того, чтобы уйти от налогов, дедушка создавал разные компании. Сотни или даже тысячи. Они оформлялись на нас, его детей, на родственников, партнеров. Какие-то исчезали сразу, какие-то существовали многие годы. Дедушка нарушал закон? Дедушка был сложным человеком, который занимался сложным бизнесом. Послушай, твое похищение, прости, я не верила. Ничего. Твое похищение, вероятно, как-то связано с ним, с его темными делами. Я обещаю, что я выясню правду. А ты любила его? Дедушку.
Я боялась. Я боялась его так же, как и все. Когда нашли катамаран с твоими вещами и решили, что ты утонул, я думала, что я умру. Но ты жива. Значит, все хорошо. Ты веришь мне? Ты веришь, что я не имею никакого отношения к этому? Давай вернемся домой. Пытался с ним поговорить. Не идет на контакт. Сказал про психолога. Ну, не то чтобы он нагрубил, но был крайне недружелюбным. Он думает, что я причастна к похищению. Но это же абсурд. Послушай, тебе надо рассказать ему о его дедушке. Он знал. Отец знал, что Максим жив, ты понимаешь? Георг, думаешь, он сам украл собственного внука? Бергман. Бергман? Финансовый директор Максфарма? Он владел финансами всех этих предприятий наподобие синергии. Он должен что-то знать. Но он же в бегах. Ты знаешь, где его искать? Я знаю тех, кто может его найти. Алло? Здравствуйте. Это Анна Тарманова. Передайте нашему знакомому, что мне необходимо с ним встретиться. Да. Спасибо. Тот, с кем ты хочешь встретиться, рецидивист. Его тоже разыскивают. Отец умел выбирать друзей себе под стать. Я должна это сделать. Чтобы найти тех, кто убил у меня сына. Да, я знаю. В ближайшее время. Вы меня поняли? Максфарм не потопляем. Падение акций остановилось. Ну, это предсказуемо. Максим, завтрак готов. Я не голоден. Я его ночью видела. Кого, Максима? Он по дому ходил, как лунатик с того фильма. Просто ходил? Наверное, он кушал, а сейчас не хочет. Ну, а ты почему не спала? Не знаю. Папа, мне тоже можно ночью кушать? Нет, потому что это вредно для здоровья. Нормально? Совещание. Нужно выбрать нового финдиректора вместо Бергмана. Который поставит подпись под ведомостью для твоего центра? Не понимаю, почему он не выходит? Ань, поезжай на работу, поезжай, правда. Если что, я позвоню. Ну, хорошо. Поедем в твой домик в лесу. Ну, вот когда у мамы будет отпуск, тогда и поедем. В лес захотела? На природу? Просто хочу, чтобы мама на работу не ходила. Чтобы дома была с нами. Это не наша компания. В смысле, не официальная дочка. Угу. Скорее всего, использовалась для того, чтобы уйти от налогов. Угу. Таких компаний было много. Управляли ими ваш отец и Бергман. И Бергман. Угу.
Собери на эту компанию все, что сможешь. Какие были сделки, договоры, в общем, все. Привет. Анна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Нам сегодня нужно обязательно выбрать финансового директора. Без его подписи у нас работа стоит. Выберем. Конечно, обязательно выберем. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Ань, ты только не нервничай. Макс потерял сознание. Что? Вышел из комнаты, спросил тебя. Обычный обморок. Я вызвал врача. Я сейчас приеду. Прошу прощения. Совещание проводите без меня. Что-то случилось? Что хотела Анна Георгиевна? Незначительные вопросы по делам ее центра. Простите. Не волнуйся, все хорошо. Обычный обморок, врач сказал, все. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Что с ним? Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Выпил витамины, заснул. А что случилось? Почему он потерял сознание? Пока не знаю. Но я посмотрел все его анализы, он в хорошем физическом состоянии. И если у него есть проблемы, то они, скорее всего, здесь, учитывая его историю. Ну, я не знаю всех подробностей. Но наверняка он пережил стресс, вернувшись домой. Вы считаете, что я должна отправить его к психиатру? Не обязательно. Ему нужен отдых, семейная забота, какие-нибудь хорошие воспоминания с детства, то, что он очень любил. Хорошо, я поняла. Ну, если что, звоните. До свидания. До свидания. Спасибо. Надеюсь, все хорошо. Хорошо. Давайте говорить откровенно. Мы выбираем не главу финансового отдела, а временно исполняющего обязанности. Пока это кресло свободно, все другие телодвижения, лично я, считаю абсурдными. А выбирать главу совета мы будем только после переговора с нашими партнерами на следующем совете директоров. Да. И подписи этого в Рио будут стоять на наших финансовых документах. Борис Георгиевич, а у вас есть предложение? Любимого. Это из отдела внутреннего снабжения? Если. Руководитель отдела. Старшая по закупкам канцелярских товаров. У нас есть опытные финансисты. Это Зинченко и Рутберг. Ну, у Зинченко плохая репутация. А Рутберг? А Рутберг запросит такую заработную плату, что его дешевле будет уволить. Но вы ведь вчера сами его рекомендовали. Вчера? Угу. А сегодня я, пожалуй, соглашусь с Борисом Георгиевичем. И тоже поддержу кандидатуру любимовой. Мам, а зачем мы все это делаем? Сегодня какой-то праздник? Нет, просто когда Максим был маленький, мы ему на день рождения вешали шарики. И он протыкал их зубочисткой. Зачем? Ему нравилось их хлопать. Жалко же. Сегодня у Максима день рождения? Нет, день рождения у него был 2 месяца назад, но мы притворимся, да. Что сегодня. Да. Слушайте, а ничего, что парню уже больше 20 лет? Я понимаю, там торт, свечки, ну, шарики. Не перебор случайно, нет? Да, слушаю. Ну вот. Что ну вот? Мама уедет. С чего ты взяла? Ну так всегда. Я поняла, хорошо, спасибо. Знаешь, я думаю, что сегодня мама никуда не уедет. Из-за Максима? Да. Что? Борис назначил свою любовницу главным бухгалтером. Молодец. Ну и она, разумеется, не подписывает платежки для твоего центра. Конечно. Она говорит, что ей нужно проверить договоры. Ну что там проверять? Это же внутренние документы фирмы. Мам, ты что, правда уедешь на работу? Максим? Как ты себя чувствуешь? Нормально. А в честь чего это? Ты помнишь, ты любил их хлопать. Но у меня не сегодня день рождения. Я знаю, но мы подумали, что если ты не отмечал дни рождения, то вот. Пошли хлопать. Ну? Он еще
тоже слышал. Максим, ты почему не спишь? Мне показалось, что во дворе кто-то есть. Да нет, там никого и быть не может. Дом под сигнализацией, стекла бронированным молотком не прошибешь. Круглосуточная охрана в поселке, ну? Я думал, что это ночной доктор. Ну что ты, если бы он здесь появился, его сразу бы схватили. Я думаю, что он сейчас прячется где-нибудь. А кто такой ночной доктор? Дана, ты почему не спишь? Вы меня разбудили. Можно мне печеньку? Какая печенька? Ну-ка быстро в кровать. Бегом. Пошли, пошли. Максим, здесь тебе нечего бояться. Ночного доктора не остановит сигнализация. И стекла. Какими бы крепкими они ни были. Да, на время. Я опаздываю. А мне тебя еще в бассейн везти. Так, а где твоя сумка? Я не знаю. Папа ее куда-то дел. Ничего папа никуда не дел. Просто оставил в гараже. Вот твоя сумка. Иди собирайся. Сейчас. А вы не знаете, с кем Максим разговаривал? У него есть друзья? А ты что, видела, как он с кем-то разговаривает? Слышала. По телефону или так? Не знаю. Ну, вообще-то ему не с кем общаться. Ну, значит, либо ему есть что скрывать, либо ему надо поговорить с психологом. Может, он сумасшедший? Дана, все, поехали. Поехали, поехали. Я провожу. Доброе утро. Не знал, что ты уже проснулся. Ты же меня видел во дворе уже. Да, но... Тебе, наверное, подзарядка нужна, да? Нет. Мне не нужен психолог. Ну, если ты хочешь с кем-нибудь поговорить... Друзья мне тоже не нужны. Одолжишь зарядку? Ха-ха!
Пожалуйста, найди что-нибудь на ее центр. Любое несоответствие, даже подозрение на воровство. Проверяй по несколько раз. Боря. Что? А если там будет не арбитраж, а уголовка? Ну что ж, тем лучше. В смысле, Боря, она твоя сестра? Ну и что? Не твоя же. Так, слушай, ну вот это меня и пугает. Если ты так с родной сестрой можешь поступать, чего же ожидать любовницы? Думаешь, у меня нет ничего святого? Ладно, проехали. Люба, ты спрашивала про него. Лет 35 назад Аня натравила на меня свою собаку. Ротвейлер. Вцепился в глотку. Рвал, держал, пока отец его не прикончил. Боже мой. Ей было 10, мне 8. С тех пор она только совершенствовала свои навыки. В чем? В том, чтобы убедить отца, что я неудачник. А она достойна стать главой семьи и компании. И делает это чужими руками. Или клыками. Прости меня, я правда, я не знала. Люба, если ты хочешь, чтобы у этой компании было будущее, чтобы у нас у всех было будущее, Анну Георгиевну нужно убрать из совета директоров. А вот и загулявшая мамаша. Наш новый руководитель финансового отдела, Любовь Викторовна. Что за бред с пересмотром договоров ты устроил? Почему центры не переводят деньги? Мы с поставщиками не можем расплатиться. Ты решил людей без зарплаты оставить? Любовь Викторовна, что там у нас с исследовательским центром? А у нас там по некоторым контрактам очень высокие зарплаты. Слышишь, что говорит финансовый директор? Потому что это лучшие специалисты в стране. Боря, хватит этой клоунады. Тебе финансовые проверки кажутся клоунадой? Твой исследовательский центр сжирает пятую часть прибыли компании. Сжирает? Это что, новый термин такой? Так же, как и твои долгосрочные инвестиции. Вот что я скажу тебе, сестренка. Нет, вот что я тебе скажу, братец. Если ты не уймешься, то через полгода, когда Максим вступит в наследство и получит акции нашего папы... То что? Я сделаю все возможное, чтобы вышвырнуть тебя не только из совета, но и из компании вообще. Полгода, Боря. Я выдержу, поверь. Любовь Викторовна, пожалуйста, подпишите зарплатные ведомости. Анна Георгиевна, я тут порылся в бумажных архивах и вот что нашел. В ООО «Синергия» всего 3 сотрудника. Один из них я? Да. Вы генеральный директор. Вот ксерокопия вашего паспорта, а вот ваших сотрудников. Угу. Это его адрес? 20 лет назад. У нас были совместные сделки? Да. Синергия получала деньги от разных отделов Максфарм. Угу. Можно сказать, регулярно. За что? Консультационные услуги. Но суммы достаточно большие. Все подписи на платежках ставил Бергман. Копии договоров в архивах нет. Так что это все. Спасибо. Угу. До свидания. Марусева, 33, квартира 6. Ой, какая машина, да? Ой, да, дорогая, наверное. Я так в ней видела никогда. Женщина какая-то красивая. Да, ничего, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, в 6-й квартире живет Михаил Гущин? Мишка Борода. Жил раньше. Пропал давно, лет 10 тому назад. Да больше. А из родственников в квартире кто-нибудь живет? А сестра его квартиру продала. А деньги пропила. Она пьяницей была. Ага. И умерла от белой горячки. Угу. Давно уже. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Ага. Ладно. Спрашивают, что натворил. Так пьет. Да, я тебя слушаю. Платежки подписаны. У меня к тебе разговор. Ты дома? Я сейчас заеду. Нет, я сейчас не дома, я сейчас занята. Давай лучше завтра. Ладно.
Да. Ты еще не дома? Заехала тут по одному делу. К нам гости едут. Кто? Борис только что мне звонил. Едет к нам со всей семьей, а нас нет. Он вроде как с тобой договаривался. Мы же на завтра договаривались. Вот скотина. Это он не ко мне приехал, а к Максиму. Ну вот, пусть Максим разбирается с ним. Ну ты тоже не задерживайся. Хорошо. А где мои племянники? Дана, Макс, дружище, встречайте гостей, принимайте подарки. Ну, здравствуйте, здравствуйте, не ждали. Сейчас тетя Тоня обниматься полезет. Благодаря чудесному возвращению племянника, семья Тормановых снова вместе. Да. Дяди Вити не хватает, но обойдемся без него. Ну что, детки, обнимашки? Дана, ты не обязана этого делать, если не хочешь, чтобы тебя раздавили. Что? На вашем месте я бы записался в спортзал, пока ваш муж не завел себе любовницу. Ты вообще обнаглел? А на месте ваших дочерей я бы вообще сбежал из дома, если бы меня заставляли надевать такое. Ноги моей больше не будет в этом доме. Девочки, в машину. Борис! Ну ты, парень, даешь. Хамство тебе не занимать. Дядя Боря, ты как рыцаря Венга. Что? Лишенный наследства. Но, насколько я помню, свое наследство он вернул назад. Ты их узнаешь? Да, это они, охранники. Борода и лысый. Их поймали? Нет. Максим, я хотела тебя спросить про ночного доктора. Зачем он приезжал на пчелиную ферму? Осматривал меня. Брал анализы. Иногда он причинял боль. Боль? Что за боль? Это было необходимо для моего спасения, когда я болел. А этот ночной доктор, это твой дедушка Георг? Дедушка был хороший, а вот ночной доктор – зло. А ты хорошо помнишь дедушку? Я помню, как он подарил мне робота. Я его сломал в тот же день. А потом вы меня отругали. Ты и Филипп. Ну, ты же выбросил его в окно. Дедушка сказал, что это был мой робот. И я могу с ним делать все, что захочу. Дедушка знал, что говорить людям, чтобы ему доверяли. А сам он никому не верил и никого не любил. Следил за собственными детьми. Так же, как и Филипп. Что ты имеешь в виду? Проверяя мой телефон и обыскивая комнату. Я... Просто я хотел знать, с кем ты разговариваешь, если у тебя нет друзей. С недругами. Витя, ты поддержал Бориса. Что происходит? Все очень просто. Борис хочет закрыть твой центр. Совсем. Треть совета поддержит его, а треть поддержит тебя. А остальные, как ты, ждут победителя. Очень многое зависит от твоего сына. Он получит акции только через полгода. Но он получит акции через полгода. Кстати, он не хочет заглянуть на совет директоров, показаться партнером? Вряд ли.
А вот если бы он все-таки заглянул, сказал бы пару слов, вел бы себя адекватно, и наши партнеры увидели бы, что у тебя все под контролем, тогда бы ты стала главой Макс Фарм. И никаких... Я не стремлюсь занять место отца. И никаких проблем у твоего исследовательского центра не возникало бы. Ты что, ненормальная? Вы Анна Тарманова. Ты кто? Я Энка. Наташа. Я знакомая вашего сына. Знакомая? Да, я на станции спасла его от карманника. Мы пообщались. Пообщались? Ну да, я дала ему воды, проводила его в полицию. Так, что ты хочешь? Интервью. Мне нужно для работы. Нет, очень. Он интервью не дает. Но вы ведь даже его не спросили. Так как ты говоришь, тебя зовут? Энка. Максим, ты знаешь девушку по имени Энка? Девушка со станции. Да, девушка со станции. Она хочет поговорить с тобой. Она журналистка, просит интервью. Хочешь, я договорюсь о времени? Где она? У ворот. А кто это? Не знаю. Ну, может быть, она поможет Максиму начать общение с людьми. Когда-то здесь разводили пчел. Потом на пасеке случился синдром разрушения колонии. Это когда пчелы покидают ульи? Улетают в неизвестном направлении. Максим, ты заявил о своем похищении, но потом забрал заявление. Скажи, тебя действительно похищали? Или ты сбежал из дома, когда тебе было 10 лет? Эта история... Это прошлое. Касается только семьи Тармановых. Не хочу говорить о прошлом. Хочу о будущем. Ну что ты, так и не спала? У него до сих пор отключен телефон. Я думаю, он делает это специально. Надо было взять телефон у этой Энки, но я думала, Максим ей откажет. Угу. А вот, кстати, и он. Максим, где ты был? Давал интервью, оно было долгим. А почему у тебя отключен телефон? Забыл. Я к нему еще не привык, извини. Пожалуйста, держи его всегда включенным. Хорошо. Я больше не уволена? Хочешь печататься в таблоиде Life It? Это наш холдинг, только уровень гораздо выше. Да, я знаю, конечно, хочу. Ну, тогда сделай репортаж о семье Тармановых. Не только о Максиме, но о его матери, о дедушке, дядьях. Если материал будет достойный, получишь постоянный хороший контракт. Ну? Ты помогла мне, когда я еще не знала, кто я такой. Поэтому я могу тебе доверять. Расскажешь о дальнейших планах? Дедушка оставил мне акции семейной компании. Думаю, он хотел, чтобы я принял участие в управлении Макс Фарм. Он был уверен, что мне это по плечу. Все-таки я тоже Тарманов.
а компании нужна свежая кровь. Я просмотрела твое интервью. Вряд ли там было что-то важное. Ну, то, что ты сказал, это действительно важно для тебя? Ты действительно хочешь работать в компании? Нет, я не против. Я даже очень рада. Завтра же можем поехать в офис. А вообще, скоро переговоры с партнерами, и будет очень хорошо, если ты придешь. Ты хочешь? Я хочу, чтобы ты ушла из компании. Что, прости? Ты тратишь на работу больше времени, чем на Дану. Максим... А должно быть наоборот. Ей тебя не хватает. Нет, Максим, ты ошибаешься. Если ее кто-то украдет и будет долго держать в плену, она тебя забудет. Так случилось со мной. Самое страшное, что я не знаю, чего он хочет, о чем он думает. Я понимаю вас. Ты первая после следователя, с кем он хоть как-то раскрылся, но... Вы хотите, чтобы я с ним поговорила? Я хочу, чтобы он вернулся к нормальной жизни, стал общаться с людьми. Если он хочет заняться бизнесом, ему нужно сходить на совет директоров, познакомиться с партнерами. Я готова ему помочь, но я не знаю, чего он хочет. Извини. Да? Ваш друг будет ждать через 2 часа. Вы знаете где. Хорошо, я поняла. Послушай, если вы еще раз увидитесь, попробуй его убедить, чтобы он... куда-то ходил, с кем-то общался. Ну, ладно, мне пора. Подождите. Да. Вы сказали, что после интервью он вернулся поздно. Утром. Но само интервью было коротким. Мы вернулись в город вечером на такси. Он вышел на площадь, и мне вообще показалось, что он куда-то спешил. Каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, ты становишься еще красивее. Считаешь это своей заслугой? Ну, почему бы и нет? Наша связь с мирозданием сплетена из множества невидимых нитей. Что причина, что следствие, нам знать неведомо. А про моего сына тебе ведомо? Ну, кое-что нашептали злые языки, но я не поверил. Какая же мать будет похищать собственного сына? А дед мог похитить своего внука? Однажды твой отец сказал мне, это давно было, 10 лет назад, что отдал бы ваши жизни, твою и твоих братьев, за своего внука. Только принять эту жертву некому. Да, это на него похоже. Я не в курсе его дела. Мы же 5 лет с ним не общались. Мне нужно найти одного человека, Бергмана. А, это ваш главный счетовод? Да. Говорят, что он в бега подался. Я думаю, что он может что-то знать о похищении моего сына. Поможешь его найти? Мне нужна фенилуксусная кислота. Моя фирма не имеет лицензии. Но наши органы не дают лицензию на производство отдельного парфюма. Я не могу тебе ее продать. А вот твой отец мог.
И то, что мы перестали с ним общаться, не повлияло на некоторые наши дела. Это уголовное преступление. Но вот когда ты его совершишь, я найду твоего бухгалтера. Из-под земли его достану. Поэтому плохими и хорошими могут быть поступки, но не люди. Уже уходишь? У меня встреча с Энкой. Телефон, пожалуйста, не отключай. Угу. Что такое? О чем мы разговаривали? В ночном докторе. Так. Ну? Он сказал, что ночной доктор ворует детей у родителей, если те за ними не следят. Я сказала, что ночной доктор плохой. Угу. Испугалась? Послушай, никакого ночного доктора не существует. Ясно? А если он даже когда-нибудь и был, то теперь его точно нет. Ты говоришь про дедушку? В общем, твоя мама хочет, чтобы ты адаптировался. К обществу. К переменам в своей жизни. Поэтому попросила меня помочь тебе. А не потому, что она за тобой следит. Но если б я за тобой следила, я бы тебе ничего этого не рассказала. И как ты собираешься мне помогать? Не знаю. Могу сводить тебя куда-нибудь потусоваться. А мама сводит тебя на какой-то совет партнером. Сам же хотел фирмой управлять. Там будет много людей. Начнешь к ним привыкать. А еще сделаешь маме приятно. Кажется, она хочет, чтобы ты туда пошел. Я не знаю, где ты набралась всей этой чуши, но чтоб я больше такого не слышал, ясно? Что происходит? Происходит, вот. Съела все печенье, пока я был во дворе. Дана, тебе же нельзя сладкое, мы договаривались. Ну, что ты... Ну, бог с ним, с этим печеньем. Знаешь, что она потом сказала? Что? Ну? Может, повторишь для мамы? Дана! А что она сказала? Что она для нас игрушка, что мы ее завели только для того, чтобы издеваться над ней. Прям так сказала? Прям так и сказала. Чем я знаю, почему она себя так ведет. Максим? Я схожу на ваш совет директоров. Завтра вечером, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проводи, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Приветствую. Можно вас на секундочку? Скажите, мы слышали, что у вас скоро будет новый глава правления? Ну, во-первых, права наступают только через полгода. Во-вторых, он вряд ли всерьез займется бизнесом. В любом случае, на наше сотрудничество ничто не повлияет. Как знать. Я видел это интервью в сети. И мне оно... Я вас умоляю, это всего лишь игрушки. По сути, он еще ребенок. Ну-ну. В любом случае, нам бы очень хотелось с ним познакомиться. Понимаю. Но вряд ли наследный принц почтит нас своим визитом. Здравствуйте. 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 Здравствуй, дядя Боря. Извините. В данном случае я могу говорить не только от своего имени, но выражу общие чаяния всех партнеров Максфарм.
Мы все глубоко скорбим об уходе основателя этой компании, который был поистине уникальным человеком и которому мы все во многом обязаны своим процветанием. Вместе с тем мы надеемся, что с его кончиной наше сотрудничество не станет менее плодотворным и взаимовыгодным. Ты хочешь, что наш папа оформил максимум несколько доверенности на управление имуществом? Уверен, что... Не понимаю, как он это сделал? Зачем завещание так на него? Я безмерно доверяю и... Не меньше, чем... Для того, чтобы тут начал управлять, до вступления в права наследования. Это бред какой-то. Да ладно, это не важно. Важно совершенно другое. Обеспечить стабильность. И вот это самое важное, ты до сих пор не поняла. И, конечно, как Борис. Мы очень рады познакомиться. Максим Аннушка, это самостоятельная фигура. Этих акций, уважаемым, с господином Тармановым младшим. Господин Тарманов, мы будем рады, если вы скажете нам несколько слов. Он не будет выступать. Похоже, ты очень плохо знаешь своего сына. Добрый вечер. Однажды, когда я был в первом классе, дедушка взял меня с собой на рыбалку. Это было давно, еще до Ейского банка. Ейский банк? До всех этих акций и ценных бумаг. Карманный банк Бергона. Я не понимаю, откуда он вообще... Мы жили небогато. И дедушка сделал удочки из обычных палок. В тот день дедушка сказал мне, что самая крупная рыба ловится не на хлеб, а на другую рыбу, на живца. Что он вообще говорит? Я не понимаю, о чем он. Эту компанию ждет большое будущее. Больше не будет никаких сомнительных операций с компаниями вроде Фарбен Иген. Моя мама этого не допустит. Всем спасибо. И что? А что? Это все? Его выступления будут иметь очень серьезные последствия. Догадываюсь, что не всем понравилась его речь. Зачем он это сделал? Я не знаю. Но хватит об этом. Извини. Мне пора в офис. Здравствуйте. Здравствуйте. Костя. Вы ненормальный? Уйдите с дороги. Анна Георгиевна. Да? Ваш пропуск заблокирован. Есть приказ не пропускать вас. Чей приказ? Вашего брата Бориса Георгиевича. С сегодняшнего дня он глава компании.
меня плохие новости. Мне трудно об этом говорить. Я не знаю, с чего начать. Вероятно, я должна поблагодарить вас всех и извиниться за то, что подвела. Анна Георгиевна, не надо формальностей. Это правда, что вас уволили? Да. Адвокаты подадут иск в арбитраж, но вряд ли это поможет. А что будет с центром и с нами? В ближайшее время все проекты будут законсервированы. Некоторым из вас, возможно, предложат перейти в другие подразделения компании. Нам искать новую работу? Начинайте рассылать резюме. Анна Георгиевна, как же так? Мне очень жаль. Это все, что вы можете мне сказать? Вы же обещали. Я специально отказался от господдержки для того, чтобы участвовать в проекте Max Pharma. Я потерял время 7 месяцев. У вас есть договор. Вы можете обратиться в суд, и вам выплатят компенсацию. Извини. Мне же нужно сделать операцию, пока я не ослеп полностью. Обращайтесь в СМИ, привлекайте внимание. Простите, ничем не могу помочь. Такое ощущение, что я потеряла полжизни. Но у тебя осталась вторая половина. Это мы. Где Максим? Ушел с сумкой. Надоело на фрилансе. Может, после этого интервью на постоянку возьмут? Ты хорошо пишешь. Откуда ты знаешь? Читал твой блог. Сегодня ночью. Да ладно? Ты читал мой блог? Да. Я думала, ну, то есть мне казалось, что ты не дружишь с интернетом. Как думаешь, они любят друг друга? Думаю, так смотреть неприлично. Ты что, никогда ни с кем не встречался? Прости, Макс. Эти 12 лет, что тебя держали в плену, ты думал, кто и зачем? Я не хочу об этом говорить. Не сейчас. Расскажешь, что вчера произошло на тех переговорах? Все эти партнеры уже успели раздать кучу интервью. СМИ прямо гудят. Ты что, подгадил своим родственникам? Они меня ненавидят. Думали, что после смерти дедушки станут богаче. Они хотят, чтобы я тоже умер. Да ладно. Не дождутся. Мне нужен помощник, не связанный с семьей или корпорацией, который будет вести переговоры, встречаться с людьми. Ты предлагаешь мне работу? Да. Ты серьезно собираешься заниматься бизнесом? Я не знаю, сколько тебе сейчас платят, но я умножу эту сумму на 2. Мне надо подумать. Больше не будет никаких сомнительных операций с компаниями вроде Фарбен Иген. Моя мама этого не допустит. Фарбен Иген, немецкая компания, была закрыта 6 лет назад. Руководство арестовано. Ейский банк. А при чем тут Макс Фарм? Да, вы не исключаете того, что это просто бред мальчишки? Нет, не исключаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, какие банки в Ейске были связаны с Макс Фармом в период выпуска акций. А потом, глядя мне в глаза, сказал, что здесь все чисто, что это бред. Мальчишки! Так точно. Мам, ты выключила свой телефон? Почему тебе никто не звонит? Наша мама теперь безработная. А теперь я все время буду сидеть дома. Ура!
Ой, наверное, это плохо. Тебя уволили? Максим вел себя странно. Наговорил много глупостей, вот теперь мама у нас без работы. Максим? Максим. Какой он молодец! Извини. Извини, правда смешно. Привет. Привет. Ужинать будешь? Нет. Может, расскажешь, что это вчера было? А что-то не так? Да, ну иди, пожалуйста, к себе. Нам нужно поговорить, иди. Твою маму уволили. Благодаря твоему вчерашнему спичу. Откуда ты вообще услышал? Про Яйский банк, про Фарбаныгин. Они давали мне читать статьи. Или просто пересказывали их. Кто? Охранники? Лысый борода? Да. Что-то я не помню таких статей. По крайней мере, в серьезных изданиях. Ну и что-то они в мании тебе говорили. Что вы все преступники? Все, кто работает в Максфарм. Я лишь хотел сказать, что больше не будет никаких преступлений. Мы больше не будем нарушать закон. Да не давали читать тебе желтую прессу. Никакие мы не преступники. Ладно, все нормально. Я все решу, не переживай. А я и не переживаю. Садись, садись. Сам пристегнись. Да, секунду. Ну, конечно, нужна вторая няня. Работ не в проворот. Надо, чтобы две смены. Ну, ты поняла. Да, хорошо. Я перезвоню. Что вам нужно? Когда вчера выбирали главу совета, Борис представил документы по синергии. Якобы через эту компанию я воровала деньги у Максфарм. А вы откуда знаете? Вас там не было. Мне нужны эти документы. Ничем не могу помочь. Конечно, можешь. Слушайте, а вы кто вообще? Насколько я помню, вас вчера уволили. Ты заняла должность зиц-председателя, чтобы ставить свои подписи на финансовых документах моих братьев? Не переоценивай свой статус. Ах, ты о статусности решила со мной поговорить. Синергия связана с похищением моего сына. То есть это правда? Ему было 6 лет, когда не стало отца. Через 3 года у него появился отчим, и все стало налаживаться. А еще через год его похитили и держали в плену 12 лет. Мне нужны эти документы не как бывшему сотруднику, как матери. Что ты тут делала? Я зашла на кухню попить. Так. И увидела его. Испугалась и разбила стакан. Кого? Тихо. Кого? Кого ты увидела? Худого человека. Он смотрел на меня. Он еще хромал. Еще у него штука такая была на лице. Как нарисованная. Родимое пятно? Это был он. Ночной доктор. Худой, хромает, на лице родимое пятно. Возможно, на черном микроавтобусе. Мы заступили на дежурство в 22:00. Ничего подозрительного не заметили. Не волнуйтесь, мы все проверим. Хорошо, спасибо. Надо нанять охрану завтрашнего дня. Охрану от самих себя? Ты о чем? Послушай, тебе не кажется, что этот ночной доктор — это не Георг, это Макс?
Ну, или там его второе я не знаю. Ты с ума сошел? Ты никогда не замечала, что наша дочь, когда врет, касается пальцем носа? То есть ты хочешь сказать, что она никого не видела? Зачем ей врать? Ну, не знаю, она ребенок, дети очень быстро учатся и хорошему, и плохому. То есть ты считаешь, что Максим плохо влияет на нашу дочь? Нет, я так не считаю, я просто считаю, что он разрушает нашу семью, вот как я считаю. Не смей так говорить. Нет, я посмею, я все-таки посмею. Вначале ты лишилась работы, теперь Дана начинает врать. Дальше что? Он мой сын, он член нашей семьи. Да 12 лет прошло! 12 лет! Где он был все это время? Член нашей семьи! Он уже другой, взрослый, 22-летний человек! Член нашей семьи! Он чужой! Лишний! Лишний! И ты сама это знаешь! Дана, скажи, когда вчера ты спустилась на кухню, а ты действительно кого-то видела за окном? Да. Ты не хочешь нам еще что-то сказать? Максим уехал. Что? Максим переехал в дом дедушки. Он мне смс написал, да. Все-таки это твоя семья. Нет, я там лишний. Это твой дедушка? Да, это я. Какой карапуз. А это ты с мамой? Это тоже твой дедушка? Какой он здесь худой. Ты решила насчет работы? Да. Если ты расскажешь мне, какие у меня будут обязанности. Мне тут прислали скидочную карту в ресторан. Может, сходим? Приглашаешь на свидание? На ужин. Без проблем. А до ужина мне что делать? Макияж, прическу. Не знаю. Это твоя мама. И что мне ей сказать? Все, что она захочет узнать. Да, Анна Георгиевна.
Здрасте. Добрый день. Привет, братики. Просто прими тот факт, что ты здесь больше не работаешь. И отзови свой иск о незаконном увольнении. Иначе? Иначе мы подадим встречный. Охищение в компании. Через синергию и твой исследовательский центр. И тогда уже будет разбираться не арбитраж, а уголовный суд. Если ты передашь в УБЭП документы по синергии, возникнет много вопросов. УБЭП захочет сделать полный аудит. Пострадают все. Мы затянем разбирательство по твоему иску на годы. Наймем пиарщиков. Вытащим на свет все грязное белье, включая странное похищение твоего сына, в котором участвовали твои подчиненные. Аня, просто отзови иск. Продай акции. И поищи себе новое занятие. Ты поняла? Просто мы с мамой хотим, чтобы ты всегда говорила только правду. Нам не жалко печенья или того, пойдешь ты гулять или нет. Просто если мы тебя в чем-то ограничиваем, значит, на то есть свои причины. Почему я не могу пойти в парк одна? Да, ну я же... Вот и мама. Что у вас происходит? Вот Даночка решила пойти гулять в парк одна. Дана. Я запретил, а она капризничает. Почему? Почему вы все время мною командуете? Потому что мы твои мама и папа. И пока ты маленькая, мы будем решать, что тебе можно делать, а что нельзя. Ну не нужны мне такие мама и папа. Дана, ты что, чтобы я больше такого не слышала? Поэтому Максим ушел от тебя. Дан, Аня. Данечка. Извини, больно? Пожалуйста, Дана. Давай, давай забудем. Дана, Дана! Не могу. Не могу больше. Так. Исчез. Ой. Проходите вон во что я вас. Присаживайтесь под меню. Прошу вас. Приятного вечера. Пожалуйста, проходите. Извини за опоздание. Не хотели пускать. Угу. Не прошел дресс-код? Угу. Потом они передумали. Добрый день. Вы готовы сделать заказ? Да. Пожалуйста, вот это. 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 Еще вот это. И вот эти коктейли. Какой именно? Все. Только не сразу. По очереди. И еще, пожалуйста, два бокала мартини с оливками. Это ведь твой любимый напиток, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то случилось? В доме дети есть? Конечно. А что? Сигнал поступил. Ребенок жалуется, что его бьют. Дана, а ты что, звонила в полицию? Да. Мы можем пройти? Конечно. Пожалуйста. Одну минуту, я к вам подойду. А как ты себе представляешь разницу между встречей и свиданием? Не знаю. У меня не было свиданий. А ты видишь разницу? Ну, да. Ну, вот, например, на свидание можно принести цветок.
а на встречу можно ничего не приносить. Ну, тогда эта встреча... Вот... Вот этот вкусно. А вот этот нет. Вообще нет. Ты хоть дом убрал? Почти. Он большой. Слушай, а твой дедушка тоже жил там один? Да. Ужас. Я бы не смогла одна в таком домине. Лучше в каморке, под лестницей, как Гарри Поттер. Что ты сказала? Под лестницей? Ну да. Ты хоть Поттера читал? Прости, пожалуйста, я на одну минуту. Поверьте, мы никогда не поднимали на нее руки. Это случилось... Она что-то сказала, я не знаю, как это объяснить. То есть первый раз, и она сразу позвонила в полицию. Продвинутый ребенок. Сейчас щека не болит, хорошо чувствуешь себя? Они тебя когда-нибудь били раньше, делали плохо? Дана, твою маму забирают в тюрьму. В ближайшие несколько лет ты ее не увидишь, так что попрощайся. Нет! Пустите ее! Она не виновата! Мамочка, прости меня! Я обманула! Ну, все. Я тебя люблю! Ну, все, 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 дамочка. Все, дамочка, все. Мы обе были неправы, давай забудем. Все. Всего доброго. Надеюсь, больше не увидимся. До свидания. Мам, я должна тебе кое-что рассказать. Что? Я тогда ночью никого не видела. Я просто порезалась, испугалась, закричала. А потом обманула вас. Понятно. Мне нужно ответить. Пойдем чайку попьем. Ну, да? Завтра в известном вам месте в 3. Хорошо. Нашли его? К сожалению, ваш спутник вызвал такси и уехал. Простите, у меня не хватит денег. Стол полностью оплачен, и еще несколько блюд ожидают на кухне. Если хотите, мы можем упаковать. Нет, нет. Ты как? Через окно. Ты почему меня бросил? Было очень срочное дело. Что случилось? Вспомнил один случай. Когда я был маленький, мы часто приезжали к дедушке в гости.
и он нас не пускал в некоторые комнаты, в том числе в свой кабинет. Но однажды я подглядел, и оказалось, что у него есть тайная комната под лестницей. Извини. Это правда было очень важно. Важнее меня. Важнее всего. Извини, мне нужно ответить. Можешь подождать меня внизу? Да. Мне не нужны документы. Мне нужна медкарта. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Хорошо. Спасибо за завтрак. Держи. Можешь приходить в любое время. Через дверь. Это же ведь твое место работы. Ну ладно. Спасибо. Ну, я, наверное, пойду. Да, хорошо. Пока. Пока. Что там у тебя? Ейск-Пром-Стройбанк. Лицензия отозвана 4 года назад. В правлении сидел Бергман. Прогоняли деньги Макс Фарм. Парень правду сказал. Зачем он это сделал? Говорят, у него с головой проблемы. Еще кое-что. Похоже, Тармановы связаны с контрабандой прекурсоров. Наркотики? А также поддельный парфюм. У компании Фарбен Иген был представитель в России, некий Валерий Углов. Интерпол считает его крупнейшим поставщиком дизайнерских наркотиков на европейских рынках. И где сейчас этот Углов? Работаем. Ты получил то, что хотел? Здесь прячется твой счетовод. И ты решил встретиться, чтобы лично передать адрес? Однажды твой отец сказал, друзья мы или враги, это не должно мешать бизнесу. Я уже не работаю в Макс Фарм. Но даже если бы осталось, вряд ли бы мы сработались. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу Аристарха Бергмана. Здесь таких нет. Здравствуйте, Аня. Какими судьбами? Компания «Синергия».
Эти люди украли моего сына. Вам что-нибудь известно? Пройдемся. Это не одно. Синергия — это проект, давний проект Георга. Лет 10 там назад или больше Георг велел переводить мне некоторые суммы денег со всех предприятий Максфарм в некий научный центр «Синергия». Сначала суммы были небольшие, потом стали расти. Что это за центр? Адрес в виде абонентского почтового ящика. Счет по офшоре. Обычное звено для вывода денег. Через несколько лет центр закрыли. Были и другие, ООО, ЗАО. И не только в России, по всему миру. Угу. Последний, кто получал деньги с этой меткой, был благотворительный фонд в Нью-Йорке. А у вас есть его реквизит? Фонд закрылся сразу после смерти Георга. Угу. У меня такое ощущение, что вашего отца шантажировали. Заставляли платить на протяжении всех этих лет. Звучит нереально. Почему вам так показалось? Был один человек, я с ним встречался несколько раз по вопросам, связанным с синергией. Угу. Требовалось срочно передавать крупные суммы наличных. Жуткая личность. Родимое пятно на пол лица. Хромает? Да. Вы знаете его? Я думала, его не существует. Значит, это не просто встреча? Да. Это не просто встреча. Спасибо. Ну и чем мы займемся на первом свидании? Адрес склада, где я несколько раз встречался с доктором. Сюда доставляли ему оборудование. А это вся информация по всем компаниям, связанным с синергией. Кредиты, предоплаты. Аня, еще кое-что. Я знал, на что шел, когда занял место финансового директора Максфарм и подстраховался. Не совсем вас понимаю. Ну, если меня арестуют или со мной что-то случится, то доверенные люди передадут в прокуратуру и БЭП то, что должны передать. Проблемы будут у всех. Я поняла. Какое-то другое с утра. Даже со вчерашнего вечера. Кое-что меня изменило. То, что ты нашел вчера под лестницей? Пока не нашел. Да. Да, я понял. Готово. Спасибо. Угу. Нравится? Да. Я повешу его у себя дома, если ты не против. Не поняла, ты хочешь забрать его себе? Да. Ну, хорошо. Thank you.
все, продолжай. Документов нет. Смерть наступила сутки назад, возможно, от отравления. Точнее, после вскрытия. Судя по обстановке, жертвы здесь жили несколько дней. Может быть, даже неделю. Вот. Это они держали вашего сына на ферме? Да. И был еще третий, ночной доктор. Но я не знаю его имени. На них больше ничего нет? Нет. Максим забрал заявление о похищении. Он что, думает, что вы причастны? Я не знаю, о чем он думает. Я вообще его не знаю. А как вы тут оказались? А почему позвонили мне, а не в полицию? Ну, вы же нашли ферму, где его держали. Но дело будет вести уголовный розыск. Вам придется дать показания. Дайте им номер моего адвоката. Есть что-то? Есть несколько пальчиков. 2-3 человека, но я еще не закончил. Давай в лабораторию. Ну, потом хорошо. Закончите. Хорошо. Надо поторопиться, пока уголовка не приехала. Ну, понял. А вот и они. Полковник Тимощук, УБЭП. Здравствуй, это Анна Тарманова. Угу. Извини, что так поздно, просто больше некому. Мне нужно узнать, каким компаниям мы поставляли яд Гюрзы и выплачивали деньги за исследование X-хромосом. За последние 12 лет. Да. Спасибо. Здесь все по исследованию хромосомы и яду Гюрзы. Ну, может, много лишнего, конечно. Ничего, спасибо. Одна из компаний очень часто фигурировала. Бетек. Не наша, румынская. Получала регулярные платежи, и последний как раз был в тот день, когда я вступила в должность. Ты ставила свою подпись на платежке? Кто тебе ее дал? Ваш брат, Виктор Георгиевич. Сумма была небольшая, поэтому я вопросов и не задавала. И еще кое-что. На том совещании... Когда меня избрали. Виктор Георгиевич знал, что вас там не будет. Он об этом сказал нашему директору по продажам. Спасибо тебе. Большое спасибо. Я собираюсь увольняться. Макс Фарм все очень сильно запущено. Я же не дура. Я как только стала во всем этом разбираться. Да, все непросто. Да нет, на самом деле все очень просто. Я понимаю, как вам важно знать правду. У меня тоже есть сын. Если бы с ним такое случилось, не знаю, как бы я это пережила. Зачем ты просил перевести сюда деньги? Успокойся. Эта компания связана с похищением моего сына. Он звонил мне ночью, просил о встрече. Неподалеку от твоего дома. Кто, Максим? Да, Максим. И что ты? И я встретился с ним. Это было через пару дней после его чудесного возвращения. Чего он хотел? Перевести деньги. Дал реквизиты какой-то румынской компании. Сумма, в принципе, была небольшая, поэтому я не вникал в подробности. Ну, я понимаю, ты хотел с ним подружиться. А на следующий день было совещание, которое ты пропустила. И Максим, между прочим, знал, что тебя не будет. И сказал... что новым финансовым директором должен стать исполнительный и не слишком думающий человек. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Зачем? Почему ты мне не сказал?
Твой сын через полгода станет основным собственником компании. Заботишься о своей карьере. Еще с ним был какой-то человек, лет 50. С таким пятном противным на лице. И хромал? И хромал. Я подумал, что это его телохранитель. Все время стоял, молчал. Ну, а Максим, что он еще сказал? Ничего. Твой сын вообще не любит отвечать на вопросы. В этом я убедился. Ну и поскольку ты теперь вообще гость редкий в офисе, ты еще кое-что не знаешь. Чего? Позавчера мы продали все патенты твоего центра. И закрыли направление микрохирургии и нанопротезирования. Это сделал Борис? Я слышал, что до этого он встречался с Максимом. И тот попросил его об этом. Твой сын. Да, слушаю. Прошу прощения, не застал вас в кабинете. Есть информация. В машине отпечатки четырех человек, двоих убитых, Максима Дарманова и кого-то четвертого. В нашей базе его нет. Ну, а в какой она есть? Прошло совпадение по линии ФСБ, дело закрыто, доступа к нему нет, есть только фамилия следователя и телефон. Давай номер. Я уже позвонил. Тот следователь, что нам нужен, давно на пенсии. 15 лет назад. Скользкое дело. А Минздрав заказал исследование в одной частной лаборатории. Ну, тогда с лицензиями было проще. В общем, руководитель лаборатории под видом лечения стал проводить опыты на детдомовцах. Прикрываясь, естественно, связями в Минздраве. И никто ничего не заметил. Один мальчишка отравился каким-то змеиным ядом. Грузы, кажется. Но когда стали разбираться, лабораторию прикрыли, а руководитель отделался условным сроком. А что за опыты? Какая-то редкая форма гемофилии. Больному нужен был постоянный донор. Вот наш ученый решил спасать одни жизни за счет других. За счет детей. В официальных архивах все почистили. Но я вот кое-что сохранил. Зачем? Думал потом снова открыть по другим статьям. Почему не получилось? Он куда-то пропал. Была версия, что его убили, но тело не нашли. Похоже, что жив. Позволь. Значит, этот доктор похитил Максима, а потом шантажировал его дедушку? Важно то, что Максим до сих пор находится под влиянием этого человека. Он до сих пор заставляет его переводить деньги, продавать патенты. Я правильно поняла? Он дал тебе ключи от новых замков? Угу. Ты можешь мне их дать? Нет. Макс мне доверяет, я не могу с ним так поступить. Да, я понимаю. Если вы хотите с ним поговорить, то да я... Да нет. Говорить бесполезно. Что это? С помощью этого можно узнать, где Максим встречается с доктором. Thank you.
меня больное сердце. Но оно радуется, когда я вижу тебя. В тебе нет моих слабостей, а значит, ты свободен от предрассудков. За стенами этой палаты трое моих детишек ждут, когда я сдохну, чтобы завладеть моими акциями. Но я знаю, Макс, что когда придет время, ты сделаешь все, чтобы этого не допустить. Я в тебя верю. Так, правой ногой назад. Угу. Ага, теперь левой. И теперь бедрами. Давай. Вот так? А теперь другой ногой. Давай. Поворот. Если бы я не остановилась, чтобы попить воды, да если бы не было того карманника, я бы тебя никогда не узнала. Возможно, это не случайность, даже неизбежность. Встреча не может быть неизбежной. В ней как минимум два фактора. Вот сегодня у меня встреча, и она точно неизбежна. Господи, Макс, что у тебя там? Кто это сделал? Макс. Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Что за встреча? Мне ревновать? Нет. Это будет не самая приятная встреча. Я в душ.
Даночка, рюкзак здесь, я тебя жду. Да, побегу. Что это за суммы? Их выводили из Энергии, и только легальные платежи. Ничего себе. Угу. Не думал, что Георг так любил своего внука. Выполнял все их условия. Мам, я освобожусь через 2 часа. А ты? А я не знаю. И мы все вместе поедем гулять. Да. Ну хорошо. Через 2 часа я в полном твоем распоряжении. Давай. Давай. Пока, мам. Пока, мам, хороший. Пока. Пока. Побежали. Да? Это Энка. Я подбросила ему ваш жучок. Он только что куда-то ушел. Куда? Я не знаю. Я хотела за ним проследить, но он сел в такси и уехал. Итак, госпожа Любимова решила нас покинуть. Нужно выбрать нового главу финотдела. Вариантов немного. Зинченко, Рудберг, кто еще? Наверное, все-таки Рудберга. В чем дело? Я прошу прощения. И что все как на углях? Прошу прощения, что опоздал. Ничего, присаживайтесь. Да что с вами такое со всеми? Хотите что-то сказать? Да. Я хочу предложить переизбрать главу совета. Это что такое? Да. Непонятно. И для чего? И ведь ты не шутишь. Да какие уж тут шутки. И что это значит? Компании нужен новый руководитель. Переизбрание главы финансового отдела – это вторично. Я думаю, что здесь есть многие, кто меня поддержит. Я не буду поддерживать. Я за. Мне кажется, это… Значит так, никакого переизбрания проводить мы не будем. Что за бред? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Один глава, потом другой. С чем-то не согласны? Давайте обсуждать. Не надо устраивать цирк. Ты что здесь делаешь? Тебя кто сюда пустил? Дедушка. 51% акций Максфарма. Что это? Право решающего голоса. К сожалению, все это будет моим только через полгода. Дуралекс седлекс. Закон суров, но это закон. Но! Трастовый фонд, который управляет этими акциями, находится под моим контролем. Сюрприз! И что ж ты хочешь, Макс? Чего добивается? Вы продадите свои акции
компания скупит их по рыночной цене. После этого вы покинете компанию. Только мы вдвоем, да? Да. Так, все, хватит. Охрану в зал совещаний. Лично пришел? Проводи этого юношу к выходу из офиса. И забери у него пропуск. Что? Я не могу. Что? Пропуск выдан Георгом Тармановым около года назад. Он действителен. А я думаю, что нам нужен просто новый начальник службы безопасности. Ты уволен. А вот это вряд ли. Спорим, не уволен? Спасибо. Итак, насчет нового главы компании. А тебе не рано на такую должность? А я и не собираюсь. Есть более достойный кандидат. И кто он? Например, Антон Антонович. Ну, всех юристов в мой кабинет. Немедленно. Да, правильно. А какие еще варианты? Спасибо. Он упал с четвертого этажа. Я видела, как он умирал. Этот человек похитил моего сына, но я не чувствовала радости. А Максим? Когда я пошла к нему, он уехал. Его ждала машина. Просто уехал? Он оставил мне это. Он знал про жучок и знал, что я там буду. Я не говорила ему ничего, я клянусь. Не важно. Я позвоню ему еще раз. Опять разрядился. Ты что ж такое? По два раза в день. У вас случайно нет от моего подзарядника? Я не знаю, где он. Я не знаю, чего он хочет, о чем он думает. Я ничего о нем не знаю. Макс, он неплохой. У него есть некоторые странности, но он никому не желает зла. Ты так чувствуешь? Типа того. Ты не обращал внимания, твой телефон в последнее время сильно греется, перегревается? Да, кстати, и греется. На твоем телефоне установлено как минимум две шпионские программы. Ну, чтобы их установить, большого ума не надо, нужен лишь физический доступ к телефону. Так вот, эти программы в реальном времени передают всю информацию через интернет. Какую? Любую. Сообщения, почта, разговоры. Причем микрофон включается в тот момент, когда вокруг что-нибудь происходит. Скажи, ты свой телефон никому не давала в последнее время? Нет. Максиму, например. Я как-то забыла его у него дома. Может, ты следил за мной все это время? Значит, он знает, где мы не знаем, где он. Да? Аня, привет. Прошу тебя приехать сейчас в офис. Здесь твой сын. Ведет себя так, что никто не может понять, чего он добивается. Приезжай, пожалуйста. Просмотрите личные дела всех сотрудников. Отберите тех, кто проработал в компании больше 12 лет и приглашался на работу моим дедушкой. Таких, как я, например. В следующем месяце все они, все вы получите премиальные бонусы. Ну, это очень хорошие новости. Здесь сотрудники, которые подлежат увольнению. Неблагонадежные. Их там немало. Пусть юристы решают как, но уйти не должны как можно скорее. Хорошо, я займусь этим. Максим Андреевич, там полиция. Что они хотят? Они ищут вас. Мне вызвать юристов? Нет, пока нет.
Их нашли отравленными на складе. А это твой хороший знакомый, так? Этих двух раньше никогда не видел. А этого видел дважды. Я потерял документы, он их нашел. Хотел их продать, но назначил высокую цену. А потом он спрыгнул с 4-го этажа стройки. Там были еще свидетели, кроме моей мамы, верно? И эти трое человек не имеют отношения к твоему похищению? Похищение? Меня никто не похищал. Не знаю, с чего вы это взяли. Хорошо. Рецессивная мутация в X-хромосомах. Редкая форма гемофилии Б. У вас? Такой диагноз поставили твоему дедушке 13 лет назад. Лечения не было. Она проявлялась с возрастом. И тут появился доктор со своим экспериментальным методом. Требовался донор, молодой организм, генетически совместимый. Нашли донора? И тогда доктор и эти двое похитили 10-летнего мальчика, внука Георга. А Георг сделал так, что все считали его утонувшим. И мальчик все это время прожил на пчелиной ферме. Где не было пчел? Георгу жизнь спасли, но требовался постоянный донор. И мальчика оставили на ферме. Да, но ему сказали, что это он болен, а дедушка... Дедушка спасает ему жизнь. Ваша мама рассказала о шрамах. Точно такие же шрамы доктор Шувалов оставил на своих подопытных из детдома. Им тоже сказали, что они больны. Георг решил воспитывать внука по своему подобию. Стал посвящать в дела, даже незаконные. Мальчик был в плену, да, но только первое время. Последующие годы он не то что покидал ферму, а даже путешествовал по миру под чужими именами. Наверняка Георг обещал внуку, что в скором времени он выйдет из тени и станет официальным преемником. Но как вернуть внука в общество, чтобы сохранить тайну? И Георг стал тянуть время, придумывая план о возвращении. Но время распорядилось по-своему. Но я знаю, Макс, что когда придет время, ты сделаешь все, чтобы этого не допустить. Был сложным человеком. Когда Георг умер, доктор приказал вот этим двоим освободить тебя. Они накачали тебя снотворным и отвезли на станцию. Вот скажи, вот такой вот был план Георга. Ты возвращаешься, заявляешь о своем похищении. Георг объявляет тебя своим преемником, мы находим эту пчелиную ферму. Вот и все. Ну нет, если бы мы ее не нашли, ты бы, конечно, нам помог. И вспомнил там пару деталей. Ты должен был платить доктору. Даже сделал ему один перевод через Макс Фарм. Вот, компания Биотек, Румыния, консультационные услуги. Но только платить почему-то перестал. Почему? Я обязан отвечать? А я за тебя отвечу.
Потому что ты узнал, кто донор, а кто спасенный. Всякий путь прям в глазах идущего. Вот ты даже преследовал его. Зачем? Хотел узнать правду о донорстве. Или получить вот эти документы. Но они же фальшивые, ты же в курсе. Это не мои. Хотя фотографии похожи. Охранники отравлены ядом Гюрзы. Доктор погиб при встрече с тобой. Тебе придется многое объяснить. Это вряд ли. Я не имею к этому никакого отношения. Ни к этим людям, ни к пчелиной ферме, ни к чему. Если у вас нет оснований меня задерживать, то я намерен уйти отсюда. Или предъявляйте обвинение и вызывайте адвоката. Максим! Подожди. Я знаю, что сделал дедушка. Я теперь все знаю. Боже мой, я даже представить не могла, что это возможно. Поэтому ты нас так всех ненавидишь. Это все в прошлом. Ты хотела что-то сказать? Ты хочешь закрыть исследовательский центр, выгнать людей. Но я очень тебя прошу, не делай этого. По крайней мере, сейчас. Решение уже принято. Хорошо. Хорошо, я понимаю. Как бы там ни было, я люблю тебя. Просто больше всего на свете я не хочу, чтобы ты был похож на своего дедушку. У Филиппа есть дом в Старорецке. Если ты продашь свои акции, я оплачу переезд. Максим. Привет. Значит, ты играл роль жертвы, чтобы отобрать у родственников компанию? Всем нам приходится чем-то жертвовать. Не надо демагогии. У меня тут стояла шпионская программа. Не знаешь, откуда она взялась? Я ее туда поставил. Зачем? Чтобы следить за мной. Тебе не кажется, что это мерзко? Мне нужен был свой человек в компании, которому я мог бы доверять. Послушай, Энка, я не хочу вранья. Я хочу только правды. Ты использовал меня в своих семейных интригах. Максим Андреевич, вы распорядились уволить хороших, опытных специалистов с долгосрочными контрактами. И? У всех у них семьи, кредиты. И что? Мне в компании нужны только те люди, которым я могу доверять. Слушаю вас, Максим Андреевич. Митрохин уже пришел? Да. Пусть зайдет. Здравствуйте. Митрохин Сергей Сергеевич, вы уволены. По всем вопросам в наш юротдел. Свободны. Как же так? Мне вызвать охрану? На одного человека у меня ушло меньше минуты. Сколько вам потребуется времени, чтобы уволить всех, кого я попросил? Я вас понял. Что происходит? Я думаю, Витя знает больше, чем я. Я знаю то, что наш папа украл твоего сына. Для того, чтобы спасти себе жизнь. А Макс мстит всей семье за свое украденное детство. Вот такие дела. Он хочет избавиться не только от нас. Увольняет всех нормальных сотрудников, оставляет только отъявленных мерзавцев, готовых на все ради прибыли.
Конечно, не таких, как ты. Слушай, Ань, ну ты же понимаешь прекрасно, что он имеет в виду. Давайте мы не будем переходить границы. Я не знаю, зачем он это делает. Я знаю. Хочет вернуть компанию в 90-е годы. Серые схемы, двойная бухгалтерия. Наслушался отцовских рассказов. Аня, может, ты ему объяснишь? Сейчас другое время. Он меня не слушает. Он хочет, чтобы я продала акции и все. У тебя совсем нет денег? Или ты бросил пить? Послушайте. Есть предложение. Мы можем объединить наши акции. И будет чуть больше 30%. Если к нам присоединятся другие директора, будет более 40. А с противоположной стороны будет 51. Или даже больше. Ну и что? Мы сможем разделить активы. Неплохая идея. Вить, что думаешь? Неплохая. Ань, ты чего делаешь? Витя, а где твои вещи? Решил прибраться. Ты что, уже продал свои акции? Да, я продал свои акции. Компании по рыночной цене. А сам написал заявление по собственному желанию. Ты что, баран? Нет, Боренька. Если бы я был баран, я бы продолжал воевать за эти акции, вместо того, чтобы заниматься тем, что мне действительно нравится. Витя, ты предал нас! Я 10 лет работал. Все делал так, как папа хотел. Как марионетка, как робот. С меня хватит, ты понял? Прекратите! Да? Привет, ты не занята? Можешь приехать, у нас дома проблемы. Сейчас буду. Мы бы кое-что хотели все-таки уточнить. Мы можем это сделать? Да-да, никаких проблем. Звоните в любое рабочее время. А это ваша супруга Анна Георгиевна? Да. Здравствуйте. 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 Что происходит? Вот что-то не очень хорошее. Собственник дома и участка – компания «Максфарм». И что? У нас долгосрочная аренда. Согласно договору, в определенных ситуациях… Подождите. Вы выселяете нас из дома? Да, к сожалению, сейчас именно такая ситуация. Вам придется покинуть дом в течение месяца. Всего вам доброго. До свидания. Ну что, самое время поехать ко мне. Поживем в Старорицке какое-то время. Дана будет рада. А ты? Быстро управилась. Мы с папой вон 3 дня собирались. Грустишь из-за переезда? Да нет, мам, ты что, наоборот, ура! А почему ты с нами не едешь? Я приеду позже. Мне нужно закончить кое-какие дела. Когда? Через несколько дней. Не переживай. Ну, хоть кто-то рад переменам. К тебе пришли. Кто? Ну, хотел сказать невестка, но подумал, это будет неуместная шутка. На заднем дворе. Тебе помочь? Нет. Привет, что случилось? Я хотела поговорить. Мне кажется, он до сих пор следит за мной. Максим? Я поэтому не стала вам звонить. Вдруг он поставил мне жучок или вам? Ничего ты хочешь? Макс, он мне нравится. Иногда мне кажется, что он может быть опасен. Я не знаю, что мне делать. Лучше держись от него подальше. А если что-то… А если что, обращайся в полицию. Серьезно? Я его не знаю. Я его совершенно не знаю. Я, наверное, должна просить прощения за то, что втянула тебя во все. Да я сама вроде как. Может ли он быть опасен? Я думаю, да. Его 12 лет воспитывал человек, который… Его дедушка, как Георг Торманов.
А хочешь, я тебе расскажу, как он создал свою империю? Ну так, не для печати. А впрочем, наплевать. Есть время? Да. Ну, пойдем, угощу тебе чаем. Ты сменила номер. И телефон. Что тебе нужно? Поговорить. Ты боишься меня? Похоже на то. Но я никогда не причиню тебе вреда. А твой дедушка мог бы? При чем тут мой дедушка? Твоя мама. Она рассказала мне кое-что про него, если даже половина того, что она сказала, правда. Мой дедушка умер. Оставив после себя достойного наследника. Ведь он воспитывал тебя, заменил тебе отца, мать. Заменил тебе всю семью. Давай не будем о моем дедушке. А давай вообще не будем. Уходи. И не приходи ко мне больше. Просто забудь меня. Это будет непросто. Если ты будешь меня преследовать, я вызову полицию. Так будет проще. Уходи. Вот и все. Прощай, домик. Угу. Ладно, спасибо этому дому, мы пошли к другому. Точно решил остаться? Угу. Мам, давай ты с нами поедешь. Я позже приеду, пока остаюсь. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Пока. 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 Пишите. Звоните. Ты тоже. Угу. Пока. Давай. Пока. Проходите. Мы приезжаем. Извините, присесть некуда. Я вернул тебя в офис. На должность... Как там? Руководитель отдела стратегического развития. Вы получите право подписи договоров. Нанимать на работу новых сотрудников. А зачем мне это нужно? Мы сделаем большой заказ для твоего центра. Переведем его в разряд стратегических. А ты от имени Max Farm заключишь с сотрудниками новые контракты. Марсена протестует эти контракты. Но он не выиграет ни одного дела. Ему будет проще откупиться. Или пойти на наши условия. Здрасте. Здрасте. Вы получили мою статью? Да. Прочитали? Да. Ну и как вам? Ну, должен сказать, Георгий Тарманов, цели и средства. Это круто. Без сарказма? Никакого сарказма. А, Иван Александрович, будьте любезны, подойдите ко мне с договором. Ну что, готовы подписывать договор? С тобой там? Да. Life Aid? Да. Да, конечно. А что, он уже готов? Не переоценивай себя. Это типовой договор для штатных сотрудников. Прочитайте. А когда вы опубликуете статью? Когда подпишешь договор. Один ваш. Угу. Ну что, быстро ты. А статья будет ближе к вечеру. Скажи мне, откуда у тебя столько информации о Георгии Тарманове? Это его дочери, Анна. До свидания. До свидания.
Ну как? Класс. Я хотел собрать совет директоров. Никто не отвечает на мои звонки. Даже секретарши разбежались. Печально. Что будем делать? Сражаться и умирать. Что тебе, Брут, нож поточить? Борис Георгиевич, вас уволили еще утром. Незаконно. Обратитесь в суд. Вам придется покинуть помещение. Анна Георгиевна, вас, кстати, это тоже касается. Извините. Понимаю. Ты всего лишь исполнитель. Пошли. Борис Георгиевич, ты что за детский сад? Пошел вон! Иуда! Боря! Боря, успокойся! Это бессмысленно! Бессмысленно. Бессмысленно. Все бессмысленно. Это не твой сын нас уничтожил. Это сделал наш отец. Это уже не важно. Я забрал твои игрушки. Куклы, мечи. Это ведь отец, да? Он посоветовал тебе. Он сказал, что если у меня нет сил справиться с кем-то, то я должна найти того, кто справится. Забирай все, что можешь защитить. Вот что он мне сказал. Перед тем, как я забрал ту коробку с игрушками. Боря, мне очень жаль. Все это было неправильно. Ты прости меня. Он опять победил нас. Переиграл. Борис Георгиевич, мы же можем вызвать полицию. Рот закрой, дешевка. Все в аду. Почему ты мне никогда ничего такого не устраивал? Какого такого? Ну, не знаю. Ты что, любишь сюрпризы? Ну, какая девушка не любит сюрпризы? На пароходике катались. Пойдем. Пойдем. Девушка, это вам. Это вам. Подождите. Это вам. Спасибо, но... Подождите. Ничего не понимаю. Вам. Спасибо. Это вам. Для вас. Спасибо. Это вам. Спасибо, но... Это вам. Спасибо большое. Ну, хоть вы скажите. Это вам? Да, вам. Для вас. Спасибо, еще.
Да. Борис Старманов только что продал все свои акции. Ваша мать по-прежнему отказывается вести переговоры. Хорошо. Скажите, что пресс-конференция будет послезавтра. Хорошо. Угу. И мне нужны все компании, которые сотрудничали с этим фондом. Спасибо большое. Спасибо. Китос! Горячие финские парни. Я думаю, в течение недели они ответят. Что у тебя? Вам прислали. Это что? А, пресс-конференция Max Farm завтра. Именное приглашение. Лично для вас. Неожиданно. Думаете, нас ждут новые откровения? Да не думаю. Этот парень уже избавился от всех конкурентов и от всех преград. Но вы-то остались? Остался пока. Дамы и господа, добрый вечер. Как советник нового главы компании Max Farm, выражаю вам благодарность за то, что вы пришли на эту пресс-конференцию. Я хочу сказать, что компанию Max Farm ждут большие перемены в самом ближайшем будущем. Мы будем работать максимально открыто. Я вижу, здесь присутствует полковник Тимощук из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Господин Тимощук, здесь так называемая вторая бухгалтерия Max Farm, которую для моего дедушки вел Бергман, финансовый директор. А, дамы и господа, к сожалению, мы вынуждены прервать нашу пресс-конференцию. Максим Андреевич, я попрошу вас. На первой странице адрес Бергмана, если вдруг у вас какие-то вопросы. Максим Андреевич, А это можно считать? Без комментариев. Ну, а что? Все позже. Пресс-служба проведет брифинг. Я готов пойти на сделку, готов к полному сотрудничеству. Привет. Слышите? Давай. Акции Max Farm обесценились почти в 30 раз. Это спровоцировало падение акций и других фармацевтических компаний. Предоставим слово нашему эксперту. Встречай маму. Мама! Ура! Мама приехала! Да, моя сладкая. Папа из-за тебя так нервничал. Как дела? Да все нормально. Не считая того, что у нас нет денег, мы разорены. Все нормально. Я же тебе все сказала. Я обанкротил Max Farm, чтобы не быть похожим на дедушку. Твоя статья опубликована вместе с новостью о пресс-конференции, на которой я слил компанию. Но зачем ты это сделал? Эта фотография все изменила. Я расскажу тебе все как есть, если ты мне дашь такую возможность. Вы вроде бы опаздывали. Максим, почему вы уничтожили вашу компанию? Разрабы, что вы пошли на это ради своей девушки. Именно так. А на что вы будете жить? Вот она, настоящая любовь на миллионы. Наследник фармацевтической империи Георгия Тарманова разрушил свою компанию ради любимой женщины. Да.
Разрешите? Ну, поздравляю. Поздравляю. Сколько вы над этим делом бились? Закрыли таки. Чем теперь на пенсии будете заниматься? Да внук родился, к нему поеду. Вот бумаги все соберу, оформлю. Как же мы теперь без вас? Да ладно, справитесь. Позвоните, если что. Представляешь, мне работу предложили. Тебе кто? Научно-исследовательский центр «Апельсин». Orange Technology? Да, работа управляющим. «Апельсин»? Какое-то название странное. Что-нибудь там выводят? Морозоустойчивые фрукты? Ты знаешь, я не смогла выяснить. Потому что сайт на реконструкции, телефоны не отвечают. Но они предлагают хорошую зарплату и, главное, рядом. Мам, ты что, опять пойдешь на работу? Дома хорошая. Нам же нужно что-то кушать. У нас папа достаточно зарабатывает. Да, папа? Точно. Детка, дело не в деньгах. Видишь, наша мама не может жить без работы. Ты заметила, какая она грустная в последнее время? Наша мама. Ну тогда иди. Но только недолго. Да? Ты не против? Вообще-то против. Но мне нравится название твоей работы. «Апельсин». Ты будешь работать в «Апельсине». Евгений Витальевич. Анна Георгиевна. А что вы здесь делаете? Работаю. В «Катхантер» «Апельсины» переманили большинство сотрудников из «Максфарм». А еще они купили почти все оборудование из нашего центра и некоторые патенты. А вы? А меня пригласили на собеседование. Кто здесь руководитель? Я еще недавно только приступил к работе и не знаю руководства. Но мне дали телефон, по которому можно звонить в случае возникновения проблем. Но пока что все работает. Ну вы можете с ним связаться? Да, конечно. Что это значит? Видимо, вы снова наш начальник. Максим? Прости, что не рассказал тебе сразу. Дедушка давно хотел слить «Максфарм». За компанией числилось много грехов, но ты это сама знаешь. Да, я знаю. Поэтому последние годы он выводил деньги из компании. Борис думал, что это я ворую, а оказывается, это был наш отец. Цепочки из сотен или даже тысяч предприятий фальшивых. Банки из 12 стран. Все это отправлялось на благотворительный фонд «Синергия». А фонд уже инвестировал в те предприятия... Которые были оформлены на отца. Нет. На меня. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте. Спасибо вам. Я не был пленником. Может, только первое время. Первый год. Дедушка сказал мне, что как только кто-то узнает о моей болезни, все сразу меня оставят. И мне надо вылечиться. А он будет донором. А все было наоборот. Скажи, он настраивал тебя против нас? Я не замечал в нем особой ненависти. Как и любви. Думаю, он боялся только одного. Чего? Потерять власть над семьей. Я никогда ему не прощу того, что он сделал. Когда он умер, на «Максфарм» осталось много активов. Патенты, разработки, специалисты. И ты решил развалить компанию, скупив все самое ценное по дешевке? Энка нашла это в старых вещах. Когда я понял, что дедушка меня обманывал, я решил нарушить его план. Хотел вывести всех вас из-под удара, прежде чем слить компанию. И дать тебе другую. Молодую, перспективную,
чисто. Здравствуйте, Татьяна Георгиевна. Пропуск. Доступ максимального уровня. Это начальник охраны. Как только ты вступишь в должность официально, он будет подчиняться только тебе. Спасибо. В общем, теперь это все твое. Но почему ты никому ничего не сказал? Даже мне. Боялся утечки. Мне ведь надо было показать, что я достойный преемник своего дедушки. Тебе почти удалось. Борис? Виктор? О, смотрите, кто там. А что они здесь делают? Они уже все знают. Иди позови Макса. Хорошо. Добро пожаловать в семью. Привет! Здравствуйте, Анна Георгиевна. Мы ждались уже. Привет. Ну что, может, у тебя поздравить? Да, мам? Да нас всех можно поздравить.